Добрый день! Предлагаю посмотреть лот Mix Casual. Подробности смотрите в ссылке под описанием. И на этот лот у нас сейчас действует скидка 15%, поэтому цена очень хорошая. Начнем мы с футболочки. Прекрасный модный принт в этом сезоне. И это элька, хлопок. Джинсовые шорты евро 48 размера. Евро 46 размера хлопковое платье свободного кроя, очень коротенькое платьишко летнее, прекрасное. Здесь XS размер трикотажный топ, широкая лапша от H&M. Это танковочка размер M с пайетками, очень тоненькая. Хлопковый топ M размер без лямок от H&M в рубчик. 46 размер кардиган на пуговицах с декором. Шерстяной, кстати, кардиганчик, но тонкий. Здесь LXL размерчик, это платье. Шикарное, штапельный материал на поясе, резинка. Но на LXL не похоже, но на XL, по крайней мере, точно нет. Скорее всего, это где-то M-очка, может быть, длинная в пол. H&M M-ка, тоже платьишко у нас трикотажное. Без рукавов, примерно до колена. Элька, рубашка, короткий рукав, хлопок. Здесь хлопковая юбка 36 размера. Такая вот складочка с подкладом. 40 размер, танковочка, рукав 3 четверти, плотный хлопок. Здесь футболка. И это у нас российский 50 размерчик. Вот. Одно плечико тоже с лямочкой задекорированной. Так, это H&M штапельная юбка на резинке летняя. И размерчик SM. Здесь S-очка. Топ. Маечка. Очень красивый. Хлопковый. 46 размера. Ветровка. Посмотрите, какой подкладик симпатичный. Хлопковая ветровка. Здесь у нас в воротничке капюшон. Футболка S-ка. Платье 44 размер. Приталенное платье. Очень красивое. Тоже такой хороший крой. 46 размер. Шифон. Блузочка. Рубашка без рукавов. 14 размер. Это пальто с подплечниками. Немного расклешенная от пояса. Weekday S-ка, свитшот, без утепления. Такой свободный крой. С боков имеются замочки. Здесь топ тоже без рукавов, но с воротничком, с пайетками. Это размер SM. Жилет вязаный. Элька, 36 размер, юбка от H&M, мини-юбочка, H&M, футболка, ну здесь, наверное, M-ка, хлопочек, очень тонкая футболочка, так, 36 размер, это бриджи, ну, то есть это как... Наверное, может быть и джинсы, 7 восьмых примерно длина. Толстовка S-ка, утепленная с капюшоном, с начесом. Дальше у нас танковочка, спортивный трикотаж. И это ML даже, наверное, размер. Очень плотная толстовка. Внутри она на флисе. И сам вот этот материал верхний очень плотный. 8 размер написан. Ну, это, наверное, M-очка. Вот она не тянется сзади. Вот так. Трикотажная тонкая юбочка. M размер. Футболка LXL. Очень красивый цвет. Прекрасный. Здесь платье хлопковое. То есть внутри хлопковый подклад, а сверху шифон.
Вот. И размерчик здесь, я думаю, наверное, элечка, не меньше. Оно длинное, вот такое вот, прямо слоями. Очень красивое, летнее. Футболка элька заявлена, но я думаю, что это, наверное, М размер все-таки ближе. Она с капюшоном. Вот, хлопочек. Здесь тиранова юбка асимметричная внизу. Стретч материал. И вот она такая интересная. Тоже несколько слоев. Размер, я думаю, SM, наверное. Это Nike футболка, спортивный трикотаж. И L-ка заявлена. Так, и здесь у нас размерчик XL. XL размер. Это туника. Немножко удлиненная. Вот, она тоже в рубчик, хлопковая, тянется немножко, рукав 3/4. То есть это не платье, передняя часть покороче, задняя подлиннее. 36 размер юбка со складками хлопок, с подкладом. Здесь у нас свитер 34 размера из травки, коротенький. 40 размер, это тоже туничка. Можно сказать, как блузка удлиненная немножечко, сеточка, но достаточно такая непрозрачная. Так, здесь 48 размер евро, это бриджи джинсовые, юбка шифоновая SM размерчик. Футболка, трикотажная футболочка, такая очень тоже тоненькая, и это размер ML. Эмочка, юбка джинсовая, плотный джинс. Здесь у нас мотиви, и это джембер, рукав 3/4, он с люрексом, и сзади на шейке завязываются вязки, завязки. Так, 36 размер джинсы, такие вот с дырочками, тоненькие летние джинсы. А здесь куртка стеганая, тоненькая куртка, вот как раз на такое время, как сейчас. И это размер ML. А, кардиган на пуговицах. Очень такой красивый, с подплечниками. И размерчик LXL. Так, здесь тоже LXL размер заявлен. Это такие брючки, стретч материал, плотненькие. Здесь XL размер. Вот такая сеточка, футболка на топ, на какой-нибудь. Мини-юбка под кожу, эко-кожа, точнее, Т2 размер. Это, наверное, М-ка. Вот. С подкладом юбочка. А здесь свитер S-ка из велюровой нитки и высокий ворот. 46 размер жакет, очень тоненький. С небольшими подплечниками, без подклада. 38 размер, это тонкий джемпер. S. Oliver. 38 размер тоже. Здесь вот такой вот, тоже как жилет практически, или как ее назвать? Наверное, джемпер, свитер с коротким рукавом только. Очень плотный, толстый, тепленький. Российский 50 размер. Такие брючки тоже 7/8 примерно длина. Хлопковые летние брючки. Кардиган длинный. И размер здесь ML. Тоже плотненький кардиган достаточно. Без застежек. Джинсы SM размерчик. Здесь вязаная
футболочка, ну, либо тоже джемпер без рукавов, получается. Размер М с люрексом. М размер, джинсы плотные, мамские. Так, ветровка, размер XS. Вот. Тоненькая, без подкладов. Ветровочка и с капюшоном. Евро 56 размер, шорты джинсовые, плотненькие, модный, кстати, цвет тоже. Здесь кардиган очень красивый, такой в этническом стиле, вот, с бахромой. Бахрома тоже в моде снова. И размерчик, скорее всего, SM, наверное. Так, XS размер, это платье без бретелей. Вот здесь есть такие бретели, которые, то есть вязочка завязывается за шею. Сверху резинка. Так, размерчик M. Это куртка на синтепоне. Демисезонная куртка с капюшоном. И есть еще опушка. То есть пристегивается опушечка и ремешок. Это еще не все у нас. Будем смотреть дальше. Много футболочек также в лоте будет. Здесь боди XS размер. Вот такое вот кружевное. Тянется. Очень красивая, симпатичная. Танковка Элька. Хлопок. Футболка 50 размер. Сверху кружево, хлопковая футболочка, юбка XL размер, такая вот, тяжеленький материал, в рубчик тоже как будто бы мелкий-мелкий. L размер, это Hugo Boss, футболочка хлопковая, юбка велюровая и размерчик здесь, наверное, L. Кардиган, тоже очень красивый, теплый кардиган и размер ML. Брюки Кривит 54 размера. Спортивный материал. Здесь сарафан, тонкие бретели, вискоза. Вот, немножко он расклешенный к низу и размерчик тоже ML. Кардиган. Хлопковая нить, такой достаточно тоненький, очень красивая вязка ажурная. Размер здесь эмочка, извините, кардиганчик этот уберем, потому что здесь у нас вот дырочка. Уберем его из лота. Так, здесь H&M Элька. Вот такой вот джемпер тоже с коротким рукавом. H&M XS размер. Джемпер очень тоненький, рукав 3/4, очень такой красивый, симпатичный. Zara. И здесь накидка, это единый размер. Она вот такая, как пончо, можно с поясом носить. Очень плотная, теплая накидочка. 8 размер, маечка, блузка, можно сказать. Сверху шифон, внутри подклад обычный хлопковый. Здесь футболка удлиненная и размер это Элька, с поясом идет футболочка. Эль размер туника, как блузочка, такая ажурная, кружевная, без подклада. H&M 38 размер, юбка классическая, карандаш. Примерно до колена. Здесь кардиган, опять же, без застежек. Он короткий рукав и очень крупная, плотная вязка. Болеро эска.
трикотажное болеро. 46 евро размер. Это маечка. Впереди водопадик. А сзади у нас вот такая красивая цепочка. Платье от Zara XS размер. Тоненькое платьишко с баской. Так, евро 40 размер. Футболка хлопок. Брюки велюровые ML размер. На резинке. SM размерчик здесь. Это тоже у нас кардиганчик. Рукав 3/4. H&M Элька. Футболка, тоненький хлопок. Футболка пола. S-ка заявлена. Больше на M похоже все-таки. XL размер. Это футболка Zara. Хлопок. Arsay юбка. Это SM размерчик. Плотная такая трикотажная юбочка. M размер зебра. Кардиган тоже без застежек. Тоненький. Так, футболка Элька, хлопок. Здесь у нас тоже такая кружевная ажурная футболочка. Рукава хлопковые. На топ очень красивый цвет. И размерчик, наверное, тоже ML. Здесь корсет. То есть вот он, застежечки корсетные. Есть косточки, но здесь нету ни чашечек, ни косточек. То есть под грудь здесь, он очень интересно здесь прошит, то есть как поддерживающий. И он даже с этикеткой. Размер заявлен 2XL, 3XL. Вот. Широкие лямочки достаточно. Календжи. Элька, футболка, спортивный трикотаж, очень яркая. Здесь М размер, футболочка, хлопок. Танковка с кружевной вставкой М-ка, тоже хлопочек. Шорты внутри с начесом, и это ML размер, коротенькие шорты. Nike М-ка, танковка, хлопок. Платье от Канда, Элька, очень красивый цвет. Юбка 42 размера, кружевная с подкладом. Плетеное кружево здесь. 48-50 размерчик, хлопковая футболка. М-ка, это мастерка спортивная, спортивный трикотаж. S. Oliver 42 размер. Сверху сеточка, стрейч. Внутри маечка есть хлопковая. S размер здесь, это расклешенная тоже маечка топ. 2XL размер, спортивная толстовочка, ветровочка. 44 размер шорты, немного удлиненные джинсовые. Платье сверху сетка от Мим. Очень красивые здесь вставки на плечах. Вот. И оно длинное платье, я думаю, размер, ну, не меньше L-ки точно, возможно, даже LXL. Длина в пол. И сверху, получается, сеточка на подкладе внутри. Здесь хлопковый кардиганчик. Размер тоже L-чка, без застежек. Тоненький кардиган. Футболка S-ка. Широкий вырез. Blue Motion 38 размер, шорты джинсовые, S размерчик, кардиган вязаный, очень тоже красивая крупная вязка. M размер, это H&M, топ на тоненьких бретелях, двухслойный стрейч материал. 2XL размер здесь, это футболка хлопок. Дальше у нас футболочка от Канда, XL размер, прекрасная белая футболочка. S-ка здесь заявлена, но
Мне кажется, что здесь М все-таки ближе размер. Это шорты хлопковые, плотный хлопочек. Куртка от C&A на 152 рост. На синтепоне с капюшоном. И на поясе резинка. Здесь Pilot М размер. Танковочка. Очень плотный хлопок. Классная такая танковка. Так, здесь, наверное, S-ка. Скорее всего, юбка с карманами, тоже юбка-карандаш. XL размер платье, как спортивный трикотаж материал, и он, по-моему, с подкладом, да. Водолазка, даже, ну, как бы, не водолазка, наверное, джемпер, просто с большим воротом, тоненький, достаточно джемпер. Боди. SM размер, вот, одевается через ноги, то есть здесь застежечки у нас нету. Кардиган, короткий рукав, достаточно объемный, наверное, ML размер. Так, дальше топ, плотный шифон, это эмочка на тонких бретелях. Футболка удлиненная, XS размерчик, вот, видите, тоже с резиночкой, как туника. Здесь L-ка, вот такая вот сеточка вязаная, очень красивая, ажурная. M размер, это платье, хлопок, рукав 3/4, тянется, очень такой приятный на ощупь. Платье. Здесь платье майка и размер LXL. С боков есть разрез, длина чуть ниже колена. Zara M-ка. Твидовые шорты. Юбка, юбка, шорты. Вот так. Футболка, спортивный трикотаж, удлиненный рукав. И это L размер. Здесь 38 размер юбка с фактурным рисунком. Тоже материал, как на спортивный трикотаж похож, но плотненький достаточно. 36 размер платье шифоновое с подкладом, очень красивый цвет. Здесь эмочка, футболка, хлопок. SM размерчик платье, верх под шелк, а ниже получается плотный такой трикотаж. L размер. Танковка в рубчик. Здесь у нас кардиган. Рукав летучая мышь и укороченный немножко. И размер, ну, от элечки и выше. Возможно, XL, 2XL. Элька, футболка, хлопок. Удлиненная маечка. Майка тоже у нас из спортивного трикотажа. Вот такая немножко удлиненная. Но мне кажется, для платья это... коротковато очень. И размерчик там S. Здесь S-очка объект. Рубашка. Очень классный такой материал. Интересный. 40-42 размер. Blue Motion. Кардиган без застежек. Street One. S-ка. Хлопок. Так. И здесь у нас, наверное, L размер. Возможно, XL. И похоже, что это, наверное, мужская все-таки футболка пола. Спортивный трикотаж. И размерчик. Ну, наверное, даже XL. Я вот так скажу. Так. Почему-то не написано. А, кстати, написано, что это 100% хлопок. То есть это не спортивный трикотаж, видимо. Хлопковая. Но... на ощупь такая, как будто бы это спортивный трикотаж. А здесь топ на завязках. Вот так вот. И размерчик SM. M-ка. Танковка. Хлопок вверх в гипюре. А здесь вот M размер заявлен. Это свитер, высокий ворот, хлопковая нить. И, мне кажется, размерчик примерно на 140. Вот так вот, на ростовку.
Футболка LXL хлопок. Пальто прекрасное, очень классное на ощупь пальтишко. И это SM размер. Наверное, даже к эске ближе все-таки. С подплечниками и вот такой яркий подклад. Платье эмочка по фигурке, плотный материал, сзади замочек, здесь эмка шерстяная, мне кажется, даже это, наверное, кашемир какой-нибудь. Вот джемпер шерстяной. Тонковка ML размер от Intimissimi, хлопок. Здесь футболочка LXL, тоже хлопочек. XS размер, такой свитшот тоненький достаточно, без утепления. George L-ка блузка, прекрасная хлопковая блузочка. И здесь от Zara L размер, это куртка. И внутри вот такой вот подклад из искусственного меха в верхней части. Она с капюшоном. Капюшон не отстегивается. То есть она тоже демисезонная. Это весь лот. Подробности под описанием. Спасибо за внимание.